Театр наций продолжает круглосуточно, круглогодично на всех трех своих площадках изучать природу театра. А поскольку центром этого изучения является человек, то мы и назвали, а мы каждый год это делаем, мы называем как бы программу этого сезона по-своему, в зависимости от ситуации, в зависимости от времени, в зависимости от событий, которые происходят и с нами, и в мире. И в этом году мы обозначили тему нашего сезона – это «Человек в эпоху перемен». В соответствии с этим, так или иначе, все премьеры нашего театра касаются этой темы. Это пьеса Клейста. В Германии она, как, наверное, ревизор. Она невероятно популярна. Он написал ее в 19 веке. Очень-очень давно. Но это немецкая классика-классика. Эта пьеса идет, наверное, в каждом втором, если не в каждом театре, когда-то ставилась в Германии обязательно. И это сатира. Она в России не ставилась очень часто. Это сатира про судопроизводство, не судебное производство. И это сатира про то, как на самом деле преступник является судьей. Дело происходит в Голландии, и приезжает ревизор проведать, как же ведутся дела. Ревизор приезжает из Брюсселя. Ставит это прекрасный Тимофей Кулябин, у которого уже есть достаточно богатая история сотрудничества с Театром наций. Главную роль судьи будет играть актер Филипенко, конечно же. Большой очень состав, я всех даже не назову. А я буду играть ревизора. У меня скапливается достаточно прекрасный багаж. Потому что как будто нечаянно, а получается уже 4 роли в Театре наций. И это будет, наверное, пятая, я надеюсь. Самая ближайшая и одна из, наверное, важнейших премьер для меня вообще в жизни – это «Дядя Ваня» в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга. Вот, собственно, буквально через несколько дней у нас уже премьера, и мне довелось, я имею честь, репетировать в компании потрясающих актеров – Евгений Витальевич Миронов, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Виктор Вершбицкий, Людмила Трошина, Ирина Гордина, Дмитрий Журавлев, Надежда Лумпова. То есть это замечательные актеры, и я, как приглашенный артист, здесь, в общем, репетирую в этой пьесе. Все о творчестве и о творческих людях на канале TVM Channel.